Привет, друзья! Сегодня уже вторник. Как быстро летит время. Сын уехал на экскурсию в Коломенское. Обожаю Коломенское. Была там очень много раз, особенно в подростковом возрасте. Мы туда катались прямо очень часто. Обожаю этот парк и даже писала курсовую. Реферат для поступления в колледж по архитектурным памятникам Коломенского. Очень люблю этот парк. И вот сын поехал вместе с классом на экскурсию. Прекрасно. Но сбор был в 7:30. В 7:30 возле школы. Ну, муж повез, нормально. А мы сейчас с Варечкой собираемся погулять. На улице даже немножко солнышко. И плюс 7, друзья мои, 18 февраля плюс 7. Когда такое было? Я вообще не помню. Смотрю из окошка, все растаяло абсолютно. И что надевать на ноги? Боюсь, как бы мы там не поплыли активно. Ну, так вроде даже сухенько. У нас план такой, нужно купить продукты. Хочу сегодня сделать цезарь ролл. У меня дети очень хорошо едят, и я, честно говоря, очень тоже люблю, вкусно. Потом хочу купить лак для ногтей новый. Очень хочется сегодня сделать маникюр. Посмотрела, что у меня есть, и решила, что мне нужно что-то еще. И, кстати, я где-то тут недалеко видела Магнит Косметик с... Магнит Косметикс, что-то, правильно я говорю? Тоже хочу туда зайти. Потому что у нас по району сплошные улыбки-радуги, ну а там наборчик такой слабенький косметических средств. Хочется что-то посерьезнее. Не знаю, ни разу не была в Магнит Косметикс, хочется глянуть, что там. Такой у нас незамысловатый план. И погулять, да, подышать воздухом. Приедет Матвей, интересно, какие у него будут впечатления. Прям интересно мне. Ну все, пойдемте, беру вас с собой. Буря. Сегодня наступила весна, 17 февраля, и на улице плюс 7. Весна, реально, прям вот пахнет весной.
ветер прохладный, а так вообще тепло. Очень хорошо. Я нашла, где Магнит Косметик. Сейчас мы туда пойдем. Площадка такая прикольная. Что вот вообще хорошо в этом районе? Тут куча площадок. Очень много площадок. И очень много молодых семей с детьми. Чего? Аккуратно смотри под ножки. Куда? Да, очень много. То есть не надоедает. Можно ходить кругами. Что, ты будешь с каната съезжать? Нет, ты че? А что, можно попробовать? Смотрите, у нас тут целая стайка гуляет. Уточек. Такие смешные. Вот уток. Селезни какие красивые вообще. Прям любо-дорого посмотреть. И утки такие. Так, это я. Все красивые, все красивые. Беру свои слова обратно. Ну, прикольно, да. Ну что ж, вот мы дома, наконец-то. Больше 2 часов мы гуляли. Это нормально. Зашли во Вкус Вилл. В общем-то, куда хотели, туда зашли. Ну что ж, все, что хотели, мы купили. Дети у меня, кстати, очень любят вот эти вот коктейли из Вкус Вилл. Все время берут клубничный и банановый. Шоколадный почему-то никогда не хотят брать. Не знаю. Купила все для ролла. Лаваш, вот эту вот куриную грудку я беру, она, какая она, запеченная с прованскими травами. Можно, конечно, самим сделать, но если хочется прийти и сразу делать рулет, то это хороший выход, мне нравится. Еще у меня дети очень любят вот этот зефир воздушный с какао. Туда бросаешь, с маршмеллоу, очень вкусно получается. У меня вообще... идея фикс летом взять вот эти зефирки на дачу и пожарить на костре. Мне кажется, будет очень круто. Здесь еще написано, что они подходят для шоколадного фондю. У нас есть фондю, но как это делается? Вот это кидается и сверху шоколад. Что-то я не знаю. Ну, я пока что бросаю это в какао. Очень вкусно. А еще загадочный пакетик. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Почему, когда ребенку предлагаешь куда-то зайти, поесть пиццы, или съесть какой-то салатик, или что-то такое, она говорит, мам, а можно в Макдональдс? Пожалуйста. Мы туда ходим крайне редко, но это обитель зла, она просто притягивает своими запахами, своими, я не знаю, этими бургерами. Тот, кто придумал гамбургер, это был просто очень умный человек. А тот, кто придумал чизбургер, был просто гений. Ну, про Биг Мак и все остальное я же вообще молчу. Это, наверное, какие-то инопланетные технологии, честное слово. Я не знаю, ну, потому что эти макдаки множатся, и туда люди идут, и там есть всегда люди. Всегда они там есть. Я не знаю. Я знаю, что это вредно, что это все. Но раз... Ну, кстати, вот с Варей мы макдак ели в этом году, наверное, 2-й раз. Один раз нам бабушка привезла. Привет, мам. Так, что я еще купила? Что я еще купила? Курицу купила, бананы. Бананы у нас Варя ест просто килограммами. Я не знаю, какими-то килограммами она ест эти бананы.
они у нас исчезают просто на глазах, просто на глазах. Кстати, вот это мы взяли Матвею. Он сейчас приедет, я его порадую, он попросил, говорит, мам, возьмите мне, пожалуйста. Так, что я еще взяла? Казимель. Казимель, очень люблю казимель. Казимель. Мне нравится вкус. Нравится, когда, вот знаете, сыр, молочка пахнет немножко козой. Это что-то на генетическом уровне. Не знаю. Так, ну-ка, 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 ку-ку. И я взяла себе исключительно для фотографий, конечно же, понимаете, абсолютно, миндальный круассан. Сынуля привез мне подарок, зеркальце. Что можно привезти из Коломенского в подарок? Да вытаскивайся ты. Что мы с тобой вначале пошли туда покупать. Знаешь, мам? Ку-ку. Зеркальце. А Варечке мышку. Такая милая. Ой. Маленькая мышка. А мы Матвею купили вкусняшку. Ну расскажи, что тебе больше всего понравилось в экскурсии? Блины кушать. Блины кушали? С медом? Или с чем вас угощали? Варенье, джем. Угу. Еще я выступал, типа, в спектакле. О! А по музеям вас каким-то, по церквям водили? Что-то показывали? Церкву, да, показывали. Еще мы сходили в здание, а там были разные платья. Костюмы, наверное, да? Да, костюмы. Одежда, может быть, в которой раньше ходили? У вас был экскурсовод, рассказывал, что это за место такое? Когда его построили? Он был одет в такой христианский, типа, пальто христианское. Угу. Рассказывал там все. Ты что-нибудь запомнил? Или ты в это время с друзьями болтал? Ну, и с друзьями, и слушал. Ну, вообще понравилось, да? Ну, круто. Варя, а нам понравилось? Угу. Ты что, все зефирки уже съела? Это я пока я говорила, 2 минуты ты их даже меньше съела. Ну что ж, друзья мои, я сейчас делаю роллы с курицей. Роллы Цезарь. 2 штуки у меня будет. Это лаваш армянский. Покупала я его во Вкусвилл, как я вам показывала. Он очень тоненький, такой поджаристый. Там и написано, что он для роллов. Курицу вы тоже видели. Я купила уже готовую запеченную грудку. Можно ее запечь, если есть время и желание. Соус я добавляю всегда вот такой Цезарь из Вкусвилл. Это самый вкусный соус, который я пробовала. Он, конечно, не дешевый совершенно, но по составу он просто идеален и по вкусу тоже. Поэтому, если хотите соус Цезарь, очень рекомендую. И еще я добавляю вот такой вот вустерширский соус, не могу его описать, что это, но по составу там и уксус, и сахар, анчоусы, экстракт тамаринта, в общем, что-то такое. Этот соус входит в состав соуса Цезарь. Я его просто чуть-чуть добавляю для пикантности. А здесь салатные листья еще, ну, какие-то одинокие помидоры тут валяются. В общем, сейчас я это все заверну, и, конечно, такие роллы гораздо вкуснее и полезнее, чем бутерброды, ну, полезнее точно. Их можно делать и с морепродуктами, и с рыбой, и с буженинной, и с крабовыми палочками, и с яйцом, и, в общем, с чем угодно. Сегодня у нас будут такие, съедятся они очень быстро, моргнуть не успею. Ну что ж, друзья мои, уже поздно-поздно. Решила сказать вам до свидания. Не успела я сегодня перебрать
те вещи, которые хотела, потому что какой-то ретроградный Меркурий, наверное, случился с моими детьми. И они мне очень качественно вынесли мозг. Поэтому я посвятила сегодняшний вечер вязанию. И уже ничего не разбирала. Да что-то у меня у самой как-то голова разболелась. Мне кажется, то ли это перепады, то ли просто, не знаю, старость. Короче говоря, пью я свой казимель прекрасный на ночь. И завтра уже среда. Я ее очень жду, потому что завтра, по идее, должно случиться то, чего не случалось уже 2 или 3 года. Я уже даже не помню сколько. Поэтому говорю вам до свидания и спокойной ночи. И увидимся с вами уже завтра.